Это пробная моя съемка нового формата. Скандинавская ходьба, или как еще ее назвать, северная ходьба называют. Прогулка небольшая, рассчитываю пройти километров 6-7. Прогулка по Братиревскому каскадному парку. Достаточно молодой парк. Ну вот, спустился к парку. Вот по радио передали, что в Москве 10 часов утра, и я стартую. Ну, чтобы немного держать себя в форме. Понемногу занимаюсь вот такой ходьбой. Повторю, что этому парку совсем мало лет, молодой. Лет 15 тому назад немножко облагородили берег, там где сейчас иду, были была заболоченная местность, разливы. Москва-река доходила до этих мест.
здесь везде была такая болотистая местность, место заболоченное. Камыш. Очень много грунта переместили сюда. Футбольный стадион, футбольное поле. Но он сегодня, на удивление, пустой. Но здесь постоянно идут, проходят футбольные матчи. И дети занимаются спортом. Тихое место, спокойное, автомобилей, автомобильного движения нет. Повторю, что это пробная видеозапись нового формата пешие прогулки по паркам, по улицам Москвы. Сентябрь. Сейчас практически мы идем, ну то есть лет 15 тому назад, 20 тому назад, тут были разливы. Очень широкое место было, реки Москва. Но очень много грунта переместили, засыпали. Дорожки для прогулок, для отдыха. Очень хорошее место. Мне очень нравится то, что автомобильного движения здесь нет. Выхлопных газов. Идешь, дышишь свежим воздухом. Я давно уже занимаюсь такой скандинавской ходьбой, если ее можно назвать. Немножко держать себя в форме, потому что без физических нагрузок вообще дело швах. У меня такие свои нагрузки. Ну, один круг примерно 3,5 километра. Ну, прохожу 2-3, когда совсем хорошее настроение. Могу и 4 пройти. Правда, четвертый круг
чувствуешь на четвертом кругу физическую усталость, мышцы. Мышцы говорят, что устал. Справа по ходу движения за деревьями улицы Борисовские пруды. С левой стороны Москва-река, а за ней на том берегу Тамарина. Я повторю, что ходьбой занимаюсь уже второй год с перерывами. Нравится такая ходьба, спокойная, без нервотрепки. У кого есть такая возможность, рекомендую. Рекомендую заниматься ходьбой. За парком ухаживаю за парком периодически. Ремонтируют, следят, там проверяют водоотвод и так далее. То есть парк не бесхозный. Субботние, воскресные и праздничные дни достаточно людно. И пожилые, и молодежь. Молодые мамаши, папаши с колясками, с детьми. Один круг примерно по времени занимает 45-47 минут. Ну, два круга где-то полтора до полутора часов. Повторю, что это съемка пробная. Насколько хватит аккумулятора и карты памяти, не знаю. Карта памяти 32 гигабайта.
вот примерно с правой стороны. Вот это вот заводь. И вот раньше здесь была уже, были разлив, была Москва-река. Повторю, что это место мне очень нравится. Чистый воздух, спокойствие. И вот так вот идти — одно удовольствие, одно блаженство. Ну, повторю, что до четвертый круг, это примерно 12-й километр, уже чувствуется, как мышцы устают, ощущается усталость мышц. Сейчас повернусь направо, чтобы вы могли увидеть, как его называют, Братеевский, Маринский мост. Называют по-разному. Ну вот он, Маринский, Братеевский мост. С левой стороны это Марина. С правой стороны Братеева. Ну а я продолжу движение дальше. Буду знакомить с парком. Вот Москва-река. Ну вот рыбаки оккупировали берег. Два дня назад тут был какой-то чемпионат проходил по рыбной ловле. Я вот 1,5-2 километра весь берег был усыпан рыбаками. Зацеп. Сегодня рыбаков очень мало. Можно сказать, что их нет. Вот с левой стороны весь берег во время проведения
международного фестиваля фейерверков устанавливают кресла, всевозможные сиденья. То есть вот здесь этот участок, вот до деревьев впереди, он обустраивается для зрителей. А с правой стороны, сейчас остановлюсь, покажу. С правой стороны, вот здесь, на том берегу, там размещают установки для запуска фейерверков. Ну, если вы посмотрите мои плейлисты, то там есть все-таки соревнования по фейерверкам. Это вот в этом месте происходит. С левой стороны видно высотные дома. 17 этажей. А вот там совсем дальше с такой площадкой на крыше. Круглая площадка, беседка, я не знаю, что это. Там 24 этажа. Раньше это место назывался поселок радиозавода. Вот сейчас практически мы идем по Москве реке, которая была лет 15 тому назад, 20 тому назад. Ничего себе. Сейчас, дай бог, удачно вытащит лещ, по-моему. Есть. Вы отпустили его, да? Хотел на видео, чтобы показали. Я видео снимаю. Сколько там? Килограмм больше, наверное. Так, ну удачи вам. Да, я там видел рыбаков много еще, да. Ну вот рыбак поймал леща. Я думаю, там килограмм с лишним был. Вот, и отпустил его. Вот здесь, значит, с левой стороны, как я уже сказал, зрительные ряды при проведении международного фестиваля фейерверков
очень много собирается людей посмотреть на красоту фейерверков. Вообще зрелище потрясающее. С разных стран приезжают. В этом году был фестиваль фейерверков, но международных представителей не было. И он проводился где-то в области, в каком-то парке. Патриот, по-моему, парк Патриот в Московской области. Здесь ничего не было. Там впереди коллега тоже с палками. Кстати, я раньше тоже смеялся над этой скандинавской ходьбой. Лет 7-8 назад был в Якутске. Перегонял автомобиль. И вот на остановке увидел. Идет бабулька с палками, рюкзак за спиной. Я еще посмотрел, посмеялся, что вообще старая с ума сошла. Зимой с лыжными палками ходит. Вот. Проходит несколько минут, смотрю, вторая идет. Ну, третья. Не понял, уже вернувшись в Москву, посмотрел в интернете. Оказывается, это называется северная ходьба. Но ее почему-то называют скандинавская. Ну, бог с ним. Не суть важно. Очень тетка пошла с палками. Так вот, здорово помогает, кстати. Во-первых, работает до 98% всех мышц. Это первое. Во-вторых, палки придерживают туловище, что ли. Можно опереться на левую, на правую руку, когда начинает шатать. И возраст у меня не юношеский, далеко. Поэтому иногда во время ходьбы пошатывает. Ну вот уточки. Вот уточки. Они живут тут круглый год. Видно их, по-моему. Их много здесь. Зимой они кормятся такими стаями огромными, собираются. Ну, дай бог, придет. Зима. Та рыбка там плавает. Полусонная. Придет зима, выйду на прогулку, постараюсь заснять. Уровень воды резко падает, можно будет рассмотреть прибрежное дно. Ну вот впереди рыбаки. Никаких соревнований сейчас нет. Очень много видеокамер. Здесь можно ходить и в светлое, и в темное время. Но с левой стороны видеокамеры. И таких видеокамер очень много. То есть парк находится под
видеонаблюдением, видеоконтролем. Плюс ко всему охранники ходят в бежевой одежде. Потом покажу, вон, что это такое. Видите, каждый рыбак организовывает свое место, чехлы, тележки, разные приспособления, подставки для удочек. Всевозможные приманки, наживки. Удовольствие не из дешевых. Скажу я вам, чтобы ловить рыбу в Москва-реке. Удовольствие не из дешевых. Слышно звук? Это байкеры на той стороне Москва-реки. Так, дальше я не пойду. Здесь поверну. Вот. Индикатор на видеорегистраторе не мигает, значит съемка идет. Повторю, что это пробная съемка, потому что рассчитываю записывать свои походы или походки. Ну, сначала по Матиевскому каскадному парку, ну а потом в другие дни на Борисовские пруды пойду. Они с левой стороны, есть вот этот поселок, старое название. Он находится между двух водоемов. Москва-река и Борисовские пруды. Раньше этот поселок при Иване Грозном, кажется, назывался Борисовские выселки. Он выселял сюда, отправлял в ссылку неугодных ему людей. Ну, отсюда до Кремля километров 14, по-моему.
до центра Москвы. Может быть, как-нибудь пройдусь пешочком. Одновременно сейчас идет запись трека. Установил программу на смартфон. Отслеживается трек, там же указывается пройденный километраж, пройденное расстояние, количество калорий, время пути и вся необходимая информация. Тут много таких мест, я вот сейчас хожу, так, чтобы пенсионеры, кто занимается ходьбой, немножко обращает внимание на свое здоровье, могли пойти и на тренажерах позаниматься. Я который говорил, 24-этажные дома, вот они с левой стороны, походу. Воздух, еще запах свежескошенной травы, запах воды. Деревья начнут желтеть, листья, листва. Сейчас ранняя осень. Кое-где деревья уже начинают желтеть. Берег еще не полностью облагорожен, примерно через 500 метров, если идти прямо, начинаются непроходимые дебри, ну, может быть, как-нибудь тоже туда приду, схожу, покажу вам.
если дальше продолжать обустройство берега, то по берегу можно легко прийти в усадьбу Коломенская. Сейчас буду проходить участок, вы увидите воду на дорожке. Когда-то здесь были родники, но ландшафтные дизайнеры не учли это, засыпали их. Вот. Но вода дырочку нашла, и вот каждый год просто жутко, что творится, здесь такая наледь. Ну, покажу, дай бог, зимой буду ходить, покажу, что здесь творится. Вода из Борисовских прудов по своим родниковым каналам попадает в Москва-реку, соединяется. Но такие специалисты, ландшафтные дизайнеры, назвать их специалистами язык не поворачивается. Вот, все это проигнорировали. Но в итоге опозорились. Каждый год пытаются что-то делать. Какие-то пробуривают скважины и так далее. Ситуация, конечно, улучшается. Сейчас вот одно место осталось такое. Вот, или два, сейчас уже не помню. Вот. Раньше было больше. Устраняют, но до конца еще, как видно, дело до ума не довели. Это говорит, к сожалению, об очень низком уровне ландшафтных дизайнеров. Очень низкий, я бы сказал, примитивный уровень. Приезжают комиссии, часто смотрят на эти ледяные глыбы даже. Там до 20 сантиметров высота таких ледяных. Как называть-то даже не знаю, когда он замерзает. До 20 сантиметров поднимается в высоту. Ну вот, заканчивается первый круг. Пройду еще один. Картинка не повторялась, измени немного маршрут.
техники, которые или резонокосилки, или погрузчики, снегоуборщики используются здесь. Конечно, руками тут не наработаешься. Вот это Братеевский каскадный парк. То, что газонокосилки собрали, скосили, эти погрузчики вывозят. Ну вот, пошел второй круг у меня. Вот еще камера. Их много здесь, всех не перечислишь. То есть парк как на ладони. Вот так вот гуляют с внуками миссионеры. Я думаю, сориентировались сюда. Вот пристань Марина. Личные трамвайчики катают людей из центра. Сюда вот. Это спальный район, окраина Москвы. Как-нибудь постарались пешком пройти МКАДу. Километров 12, по-моему, до МКАДа. 10, точно не помню. Сейчас посмотрю, что я прошел со старта. Так, пройдено 3 километра 700 метров, 337 калорий, 49 минут движения. Ну, пойдем дальше. Было более интересно. Пойдем немножко другим маршрутом. Во время движения слушаю радио. У меня установлено несколько
программа радио FM, Вести радио FM, Авторадио, Юмор FM, Дача и